Ифрит. И на Черной Руси срал этим БМФС, и здесь пытался. Так здесь я вижу. Ну, с Богом, синхрон, фризы. Я вот отсюда пропускаю, да? Вот сюда тогда я сейчас. Надеюсь, отожмемся. И фритик. Кстати, здесь, да, и здесь нечем ползать.
Через Эфрит нет. Давайте выполнять. У вас еще один остался. Выполни, а другую пункт кепка пусть на Эфрит садится. И я его заберу и все. И спасибо, пацаны. Блять, я оттуда ведь виден, а? Дай бог. Джентльмены, блядь, удачи. Люба, ножичек. Я думаю, у них в Эфрите все есть. Не вижу никого. Так, эти отсюда. Будем ждать. Шансов у меня мало, конечно. У меня ни оптики, ничего. Вон там, блин, засел, а хули мне. Только ближний бой, блядь. На кулаках. Ну и они олени, конечно, оставили Эфрит, ебать. Он можно оттуда, блядь, простреливать. Если они с миссии пойдут, я прямо. Они здесь побегут к нему, да, здесь. Точно не через верх. Отлично. Отлично, давайте. Ну кто, ребятишки? Жду я вас. Удачи вам. Удачи мне. За Эфритом-то, блядь, придет, нет? Это я тоже сел, он меня задавит сразу. С другой стороны, блин, он... Так, ладно, секунду. Эх, взрывчатку, блядь, не взял. Но пергись взорвал, надо было. Вот сейчас она бы меня, блядь, выручила. Вы как всеми жопами сели. Бу-бух, песня.
блядь, или они что, не на айфрите даже собирают? Ездят три землекопа, блядь, на сервере, видите, спокойно как оставили. Ща. Желайте мне удачи. Вижу кепку. Кепка бежит. Ага, кепка бежит сюда. Замечательно. Давай, кипулечка, открой, пожалуйста. Я вижу тебя. Давай, миленькая. Был бы прицел, я бы с вами повоевала. Ой, сюда, милый, давай же. Красав. Ну, ребят, день чит, теперь от меня все зависит. Я, конечно, кривожопый, криворукий. Они могут отвалить меня здесь, да? Сука, он, видите, не открывал этот. Фрид, могут быть логично. Теперь меня могут отсюда откуда-нибудь, да, выводосить. Это вторая кепка пришла. Блядь, прицела нет, сука. Логики они должны, да, вот там вот идти. Вот здесь вот. Военной тактики. Фризы ебаные. Вот.
так глубоко не рассредоточиться. Здесь, блядь, опасно. Один нелогичный. Эти миссии, что ли? Так-то да, не меньше всего меня здесь будут ждать, по сути. Они там меня попадают наверх, а туда-сюда. Мне. А не, марака. Вот с кем надо, с маракаси объединяться, блядь. Мы здесь этих БМФ-ков подзажмем тогда. Так, ребят. Еще раз подумаю, смотри, вот я под этой ложбинкой, они все точно здесь и все вот это контролят, блядь. Их трое было. Не знаю, вернуться туда, к Фриту. Нет, они туда тоже подтянулись и уже с другой стороны зашли. Ой, блядь, отсюда они меня увидят, ой-ой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блядь, до воды мало осталось. Попьем.
Здесь, да, они сыграли на мне.
БМФ меня, наверное, по Черноруси ненавидит. Я и там тоже не попадаю. Песточек поставил. А все любят расслабленно воевать, когда народу много. Конечно, когда там по 8 человек, это банды, кучу-то им взяли, что вчера я играл, их там 8 рыб. Конечно, что-то. Сделал тактический шаг, что я ушел, но я там ушел. Блять, еще оптики нет, говно вот это вот. Я еще болею, походу, блядь. Был у меня заряд, я его в Пергосе без понтов просрал. Вот бы я бы ему фрит сейчас без жопы. Вот это была песня, блядь. Я думаю, 5 человек на сервере, им все можно, блядь, четверо. А нет. Так и живем, нет. Одному реально здесь можно воевать, просто никогда там 8, блядь, 10, блядь, матерых мужиков, блядь, сыгранных, карту знают. Злошники, хуёшники, конечно, тяжело, блядь, они все перекроют. А вот так ребятишки, наглые, там, на расслабонах. С матерыми надо с матерыми воевать. Никуда не денешься. Здесь Рэмбо не получится. Ой-ой-ой. Пардон. Я вроде так в легионе тоже. Ну, вообще. Я там Жека знаю. Бро. Или они здесь тоже меня искать, блядь, могут.
еще и быть. Чел меня, блядь.
Нет оружия, так никто не возьмет. Его закрыли, а я пароль не помню, это видео. Все вот отсюда же. Контроль, я в туалет схожу, Соль. Просто периметр. Если что, переключи, стреляй всех, а, Соль. Пожалуйста, 5 секунд. Недолго. Нет. Ну все.
Извиняюсь, отходил. Блять, ко мне ифрит есть. Не вовремя это все, блять. Ну, пожалуйста, вылезите. Был бы пулемет, я бы дал очередь, ребят. О! С Богом! Все, они за мной охотятся. Ура, блядь. 18 патронов, ребят. Это полный П. Блять, красота у нас вообще. Блять, еды нет. Так, там был чел. Он сейчас пойдет, скорее всего. Может, дождем? Ты знаешь, что жрать хочу. Thank you.
Поесть, все, все, все. Лаван, не могу, говорю, бойня, бойня у меня нахуй. Алло, да. Блин, братан. Так, секунду, ребят, нажму на паузу. В общем, я залез, сейчас мне надо посмотреть видео, я не помню пароль этого джипа. Сейчас украдем еще джип, и мы красавцы. Хо-хоу. Пауза. Короче, режал, просматривал, не знаю я, блядь, пароль этот дурацкого оффроуда. Что, здесь тоже пропустил, пока просматривал. Записывать надо как-то, ребята, влоги записывают, блядь. Бля, прицел хороший у парняшки, бля, вообще красав. Я его с лука, блядь. Вот, тут уже, тут все, бляха-муха. Заберем, липает туда-сюда, сейчас бой не пройдет. Мы свою задачу сделали, блядь. Обосрали миссию. Три минуса, блядь. Репки поднабили. Ну и все. Блять, может там открывашка была. Ну все, не буду возвращаться, заебался. Бля, просто, ребят, видите, без жратвы плохо. А на районе бой идет, и уже тут, тут я, тут, видать, народу вообще полно уже. БМФников трех-то снял я. Ну, двух так, конечно, кепочных. Но они залутались бы, убили меня. Но одного так, нормально. Жалко бедолагу.
сука, 8%. Ну, сдыхать-то западло, блядь. Thank you.